Молебен, прыжки с парашютами, открытие мемориального комплекса. В Ярославле сегодня состоялось выездное совещание оргкомитета предстоящего празднования 85-й годовщины со дня основания воздушно-десантных войск. Свой профессиональный праздник «Голубые береты» традиционно отмечают 2 августа. Утром в Ярославле состоится возложение венков на воинском мемориальном кладбище, а в 11 часов на Советской площади у храма Ильи Пророка пройдет торжественный молебен. Также в рамках празднования Дня десантника будет организована большая программа в Карачихе. Зрители увидят прыжки с парашютом, показательные выступления военно-патриотических клубов и соревнования ветеранов ВДВ. Центральным событием торжеств станет открытие 1 августа у Музея боевой славы мемориального комплекса и памятника отцу-основателю воздушно-десантных войск, герою Советского Союза Василию Маргелову. У нас в Ярославле очень много ветеранов-десантников. И для ветеранов-десантников, в первую очередь, для их семей, будет возможность куда прийти. Прийти, поклониться легендарному нашему командующему. Ну, может быть, кому-то трудно представить, насколько мы относимся к Василию Филипповичу Маргелову, который создал вот те войска, которые сейчас есть, которыми гордится вся страна. Пользуясь случаем, приглашаю всех ярославцев на это мероприятие. Это мероприятие, оно очень важно для всех горожан, я считаю. Оно будет очень красивым, очень красочным и знаменательным.